Добро пожаловать в Stalker Online, с вами снова Роман. Это видео будет посвящено тому, как зарабатывать деньги в игре. В моей серии по способам заработка в Stalker Online уже 6 или 7 видеороликов, но разработчики не перестают резать после того, как мои видео по заработку в игре выходят в свет. Ну и вот в последнем обновлении 4 июля, по словам сталкеров, перестали с хозяинов леса выпадать головы больших медведей. А мой последний видеогайд по заработку был основан именно на добыче с хозяинов леса голов больших медведей и их продажи. Сейчас эти головы перестали падать, ну, по словам сталкеров, я лично не проверял. И цены на эти головы подскочили. Я, честно говоря, сейчас жалею, что я тогда продавал эти головы по 150, а сейчас они стоят в 2, а то и в 3 раза дороже. Ну, кто знал, что разработчики пофиксят этот момент. Но в комментариях я писал, что не надо расстраиваться, Роман обязательно найдет новый способ. Так вот, сегодня я расскажу о том, как заработать 70 тысяч игровых рублей за 10 минут. Делается это очень просто. Для этого не нужно далеко ходить. И сегодня я расскажу, как это сделать. Способ подойдет абсолютно всем, даже новичкам с пистолетами ПМ. Единственное, что это нужно будет выполнить цепочку заданий у гурмана. Итак, на чем же основан этот способ? Способ довольно простой. Разговариваем с гурманом. Хотим стать постоянным поставщиком. Ну вот для того, чтобы вот эти многоразовые задания были доступны, нужно выполнить цепочку заданий от этого гурмана. Итак, мы берем задание «Крыса на палочках». Взяли это задание и смотрим, что это за задание. Тушки крыс. Нужно добыть гурману тушки крыс. Зачем это нужно? В качестве награды мы получим две пачки жареных крыс. Дальше мы эти две пачки выложим на доску и продадим их. В среднем я продавал их по цене 35 тысяч за штуку. Убиваем здесь крыс. Они водятся рядышком. Вы видели, я выбежал с северного выхода. И вот они тут, крысы в огромных количествах. Все, что нам нужно, это просто их убивать. Не нужно даже разделывать тушки. Так, смотрим. Тушки мы собираем, да, они автоматически попадают нам в инвентарь. Две штуки уже есть. На то, чтобы убить необходимое количество крыс, ну, уйдет не больше 10 минут. Ну, в среднем 5 минут, ребята. Не больше. Крыс этих можно убивать даже из пистолета ПМ. Так, все, здесь мы всех крыс перебили. Идем вот сюда. Здесь тоже водятся эти крысы. Вот здесь вот. Все рядом с лагерем гурмана. Убиваем их. Все, ребята, видите, сколько мне потребовалось? Ну, да, меньше 5 минут. Нужно было собрать сколько? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь тушек крыс. Вот так вот просто. Сейчас мы сдаем это задание гурману. Получаем пачки жареных крыс и будем их продавать. Сдаем гурману это задание. Крысиные тушки. Диалог заканчиваем. И вот смотрим. Жареные крысы. Вот такие вот две штуки. Стоят они... Ну, сейчас посмотрим, сколько они сейчас стоят. Я продавал их всегда по 35-40 тысяч штучка. Почему их игроки покупают? Вот эта жареная крыса, если ее скушать, дает баф. Энергия тратится у вас медленней. То есть вы можете постоянно бегать.
Давайте посмотрим сегодняшнюю стоимость. Пачка жареных крыс. Ну вот, видите, вот они цены. Самая дешевая 38 888. Соответственно, я сейчас выставлю за 38. Ну, могу выставить за 38, и это жареная крыса уйдет. Но так как видео я назвал 70 тысяч за 10 минут, поэтому я выставлю по 35 тысяч. А, ну так, тут с меня еще аукционный сбор будут брать, да, 180 рублей. Или сколько, 720 рублей. Ну вот, давайте, по 36 тысяч. Первая. И вторая столько же. Все. Я думаю, в течение нескольких минут они сейчас просто здесь уйдут. У меня тут две посылочки. Я продавал этих вот жареных крыс, вот видите, по 35 тысяч. После обновления деньги сразу не попадают, а вот сюда вот в посылке попадают. И деньги нужно забирать. Вот так вот они сделали. Вот такой вот, ребята, простой способ. Вы скажете: Роман, а в чем подвох? Ну, ребята, можно было бы так, конечно, зарабатывать миллионы. Но у задания есть откат. Есть откат, если я не ошибаюсь, 12 часов. Давайте проверим. Хотим стать постоянным поставщиком. Крысы на палочках. Откат у нас... да, 12 часов. То есть раз в день... Ну, если вы безвылазно сидите в Stalker Online, то два раза в сутки можно это задание выполнять и зарабатывать по 70 тысяч. По 140 тысяч за сутки. Ну, те, кто безвылазно не сидят, а играют время от времени в эту игру, соответственно, 70 тысяч за 10 минут каждый день, ну, согласитесь, неплохо. Я зарабатывал побольше еще вот на этом задании, вареные паучьи лапки. Вот, лапки пауков. Зарабатывал еще на этом до 4 июля. Потому что до 4 июля 2017 года здесь нужно было принести всего лишь 12 лапок паука. В качестве награды он выдает вареные паучьи лапки. Я их тоже продавал по 35-40 тысяч, а лапы пауков просто скупал. Но я повторюсь, их нужно было принести всего лишь 12. Но разработчики пофиксили. Я как раз тогда хотел снимать видео по этому заработку в июне. Ну, вот видите, хорошо, что не снял. Так я зарабатывал по 140 тысяч за 10 минут. С учетом этих вот паучьих лапок. Сейчас лапки отпали. Давайте я вам продемонстрирую. Вареные. Вот они, видите, паучьи лапки. Ну, цены поднялись. Я их продавал по 35-40. Сейчас, вы видите, уже под 50 они стоят. Это из-за того, что лапки стало больше. Нужно принести гурману 70 вместо 12. Ну, вот смотрите, сейчас мы вареные паучьи лапки можем выставить по 45. Давайте посмотрим, сколько стоит лапа паука. Лапа паука. Лапа паука самая дешевая, ну, грубо говоря, по 1000. Да. По 1000 рублей здесь у Сереги Челнока продаются. Ну, соответственно, 70 лап это 70 тысяч. 70 тысяч. Так вот, мы должны продать эти вареные паучьи лапки не менее чем за 70 тысяч. Ну, если их продавать по 45, общая выгода будет у нас 90. 90 и затраты 70. Но наша прибыль составит 20 тысяч. В принципе, можно. Почему бы и нет? 20 тысяч просто так. Давайте сейчас мы так и сделаем. Лапу паука вот по 1000 рублей возьмем. Берем задание на эти лапки. Так, вот я их взял. 70 лап. Все, сейчас мы их принесем. Получим вареные эти
вареных пауков и тоже их выставим на доску. Семьдесят штук надо. Раньше было выгодно, когда их было, повторю, 12 штук. Ну вот, разработчики опередили меня, пофиксили этот момент. Как бы они не пофиксили, и теперь после моего видео и крыс, ну, будем надеяться, что не пофиксят. Потому что хоть как-то зарабатывать новичкам надо, кроме как сидеть в домах и ловить там радиодетали. Так, по поводу поставок. Вот паучьи лапки. Все. Вот они, лапки. Видите? Теперь, чтобы выйти по нулям, я должен их продать за 35 штук. Но мне нужно не просто выйти по нулям, а чуть-чуть заработать. Поэтому мы их будем продавать не за 35, а за 45. Соответственно, с каждой пачечки мы получим по 10 тысяч. То есть 20 тысяч чистая прибыль. По 45, я сказал, да? Выставляем их по 45. Ну, вот так вот. Смотрите, кстати, видели, уже жареная крыса была продана, пока я тут бегал. Уже кто-то купил. Вот, пожалуйста, 36 тысяч мне в карман получить. Сейчас вторая жареная крыса тоже уйдет. Вот так вот, ребята, просто каждый день у гурмана получать по 70 тысяч. Ну, а если вы будете еще, вот как я сейчас вам показал, покупать вот эти лапы паука по 1000 и продавать вареные лапки с прибылью по 10 тысяч с пачечки, соответственно, это еще 20 тысяч. Ну, с учетом жареных крыс, 70 плюс 20, 90 тысяч, ребята, в день можно зарабатывать, просто ничего не делая практически. Ну, сами видели, сбегал я, убил этих крыс. Здесь купил лапы паука, продал. Пожалуй, я даже видео назову не 70 тысяч за 10 минут, а 90 тысяч за 10 минут. Ну, если чуть-чуть прибавить, то есть не к спеху вам продавать, чуть-чуть прибавить, то можно выйти и в 100 тысяч. Чуть-чуть лапки подороже продавать и жареные крысы. Вот я сейчас продавал их по 36, но можно их продавать чуть подороже. Так можно выйти и 100 тысяч в день. Ну, согласитесь, заработок элементарный. Каждый день по 90 косарей рубить, ничего не делая. Это просто замечательно. Все, ребята, заканчиваю видео. Спасибо за внимание. С вами был Роман. Пользуйтесь, пока работают эти жареные крысы, пока разработчики не пофиксили, пока цены не упали. Я думаю, после выхода этого видео цены, возможно, чуть-чуть упадут, но ничего страшного. Крысы нужны, лапки нужны, игроки их покупают. Поэтому цены, если и упадут, то не намного. Поэтому, ребята, пользуйтесь способом, зарабатывайте деньги. И увидимся в зоне. До новых встреч.